Меня зовут Кудрявцева Анна. Я участница ансамбля «Благодать», руководитель Егорова Ирина Львовна. Сегодня речь пойдет о исторических песнях. Этот жанр сложился в XIII-XV веках. Исследователи предполагают, что он берет свое начало от былин, но отличается от них тем, что там описаны реальные события, происходившие с народом. А герои — не былинные богатыри, а действительные исторические личности. В моем исполнении прозвучит историческая песня Калужской области «Не под свет заря занималась». В этом произведении повествование ведется от лица девушки. Началась война. Ее любимому нужно идти воевать, а коня ему не досталось. И тогда она говорит: «Да ты за ложь меня купи коня, службу выслужишь, меня выкупишь». И вот закончилась война, все князья вернулись, а ее дружка и в завете нет. Только один конь бежит, а на нем шляпа, да ее шелковый платок. В Калужской области не под свет заря занималась.